60 юных шахматистов из городов и районов Самаркандской области приняли участие в шахматном турнире на Кубок службы государственной безопасности Самаркандской области. Турнир проводился среди детей с нарушением слуха, зрения, а также ДЦП в возрасте от 18 до 30 лет. На открытии спортивного мероприятия говорилось, что шахматный поединок среди детей с ограниченными возможностями проводится во исполнение распоряжения президента от 14 января 2021 года. Основная цель – повышение интереса детей и подростков к занятиям шахматами, их популяризация. Соревнование будет проводиться по швейцарской системе, 7 туров. После 7 туров, кто наберет наибольшее количество очков, тот я буду объявлен победителем турнира. Каждая партия будет длиться 30 минут, каждому сопернику дается по 15 минут до конца партии. Ну, вообще шахматы, конечно, очень помогает для развития особенно молодого поколения. Допустим, и интеллектуально, и логическое развитие хорошее будет, и умственное развитие, конечно, всестороннее это развитие. Ход белым конем, следом и черным. Интеллектуальная игра в шахматы для детей-инвалидов считается универсальной и общедоступной дисциплиной, поскольку люди с ограниченными возможностями не могут заниматься большинством видов спорта. Именно шахматы, по словам игроков, укрепляют силу воли, пробуждают в человеке чувство выносливости и настойчивости. По итогам соревнований первое место среди юношей занял Шахбоз Кудратов, среди девочек Дурдона Джуманова. Ва ҳаракат қилгандим, бугунги мусобақада жиддий равишда тайёргарлик кўришим натижасида биринчи ўринни оламан деб умид қилиб келгандим. Биринчи ўринни оламан деб келгандим, мана насиб қилган экан олдим. 7-та тур бўлди. Ҳамма ўзига яраша кучли бу ерда. Бу ерда кучсизлар йўқ, шунга яраша ғолибларим бор. Среди призеров также Шахроз Дамилов, Райхона Шарафова, Хасан Рашидов, Хабиба Амонова. Все они награждены дипломами и ценными подарками. Свой подарок получил и шахматист из города Каткургана Мурадыла Артыков. 23-летний участник прикован к постели. По его подсказкам шахматными фигурами управляла его мать. Ему вручили инвалидную коляску и благодарственное письмо.